Некоторые считают, что наша жизнь – это сплошной прикол. Это мой сын. Тут особо гордиться нечем. Не верьте им, они прикалываются. Не верю я ни единому слову. Жизнь может легко закончиться. Осторожно! А приколы не заканчиваются никогда. Ты выдернул чеку перед тем, как бросить. А надо было? Приколы из жизни. Какое сегодня число? В субботу в 20:00. ШОТ ТВ развлекает.